Она Сазми Алхмуз приехал в Самару из Палестины. Учится на втором курсе магистратуры в Самарском государственном университете. Коронавирусом переболела его сестра в Палестине, а совсем недавно девушка и близкий друг из Самары. Поэтому она Сазми Алхмуз решил привиться. Тем более, что он занимается спортом и не хочет пропускать тренировки. Надо, да, да, должен сейчас, надо, должен. И спортник хороший. Я когда считал, спортник хороший, не проблема спортник. В регионе проживает более 20 тысяч иностранцев. Все они могут сделать прививку от коронавируса. Вакцинация проводится либо за счет средств работодателя, либо за счет желающего привиться. Прививают иностранцев спутником Light. Прививки иностранным гражданам делают в трех учреждениях региона. В Самаре по адресам Новосадовая 311 и Кабельная 13А и в Тольятти в тупиковом проезде 4. Более 500 иностранцев прошли вакцинацию. Записаться на прививку можно по телефонам, которые указаны на экране. Люди идут на вакцинацию активно, потому что понимание опасности коронавирусной инфекции у населения есть. Многие переболели. Кто не переболел сам, есть переболевшие в окружении, поэтому все понимают, что вакцинация – это единственный надежный способ создать иммунную прослойку и победить данную инфекцию. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Для граждан России процедура бесплатная. Вакцинацию проводят в поликлиниках по месту жительства, в круглосуточных кабинетах, а также в мобильных комплексах. Виктория Шарая, «События».